В Хабаровском крае начался самый сложный этап строительства резервной нитки подводного перехода через реку Амур. Она нужна, чтобы повысить надежность трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Длина этой резервной нити 34,5 километра. Таким образом, подводный переход через Амур станет одним из самых протяженных в России. Из-за сложности работы для строительства траншеи используют специальные суда, которые поднимают грунт со дна реки. Затем по этой траншее проложат подводную часть нефтепровода. В 2013 году в Хабаровском крае был аномально высокий паводок. Высота Амура достигала 808 сантиметров по уровню Хабаровска. Поэтому проект этой резервной нитки разработан с учетом данного подъема воды.